Начало строительства газопровода из Краснодарского края в Крым намечено на первую половину 2016 года. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Сергей Егоров. Уже есть источник финансирования и есть генподрядчик. Я не буду пока называть, что это за компания. Нужно время, чтобы они легализовались и могли здесь официально работать, уточнил министр. Руководство Крымского федерального университета имени Вернадского решает вопрос о создании военной кафедры. Об этом на встрече со студенческим советом сообщил ректор вуза Сергей Донич. По его словам, военная кафедра может начать работу уже в следующем году. Предполагается, что ее создадут на базе Академии биоресурсов и природопользования. Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог в Симферополе начнутся с 15 июля текущего года, а ямочные обещают закончить к 1 августа. На ремонт крымских дорог будет дополнительно выделено 5,5 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард будет направлен на капремонт симферопольских дорог, а 4,5 миллиарда на ремонт дороги от аэропорта Симферополь до Ялты, за исключением ранее отремонтированного участка в Добровской долине. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма считает целесообразной разработку новых карьеров по добыче щебня. По данным пресс-службы министерства, выполнение программ развития Крыма требует повышения эффективности использования местных природных ресурсов, для чего необходимо увеличить объемы производства строительных материалов на действующих месторождениях, а также рассмотреть вопросы введения в эксплуатацию новых месторождений. Наиболее остро в Крыму стоит вопрос обеспечения строящихся объектов высокопрочным щебнем, строительными песками и гравийно-галечными смесями. Это были все новости на сегодня. В студии была Елена Красовская. Самое главное, помните, Крым наш.